В оздоровительно-образовательном центре «Дельфин» прошла традиционная елка на воде для своих воспитанников. Мероприятие проводится уже почти три десятилетия, и каждый раз руководители и тренеры учреждения придумывают новые представления, основанные на известных сказках. На Новый год мы ставили сказки на день рождения бассейна, такие, где можно было задействовать воду, чтобы дети, где-то 50-100 человек детей в воде участвовало. И зрелищно это все, интересно, елка на воде загорается. Может, сейчас везде это есть, но в 95-м году этого нигде не было. На этот раз для ребят подготовили спектакль по мотивам приключений Буратино Алексея Толстого. В этот вечер тренеры «Дельфина» превратились во всем известных персонажей. Я играю Карабаса-Барабаса, ну, отрицательного героя, но все равно дети подходят, фотографируются, меня узнают. Мы на тренировках стараемся быть более такие серьезные, а здесь они видят своих тренеров в одеянии, которые прыгают, поют, бесятся, отдыхают. И, можно сказать, это традиция, которую мы на протяжении многих лет соблюдаем и будем соблюдать. Также участниками спектакля становятся и сами юные пловцы, воспитанники «Дельфина». От постановки они получают колоссальное удовольствие. Когда я первый раз смотрел эту елку, я уже не первый год плавал в этом бассейне, я был очень удивлен, никогда раньше такого не видел. И когда мне предложили поучаствовать, я посмотрел на это с обратной стороны, это еще интереснее. Поэтому для детей, особенно для маленьких, это просто что-то удивительное. Потрясающая традиция. Я помню, что первый раз, когда эта елка много лет назад была, на которую я посетила, я так же, как и ребенок, волновалась, и мне было интересно, как это так, елка на воде. Да, это очень классная задумка, я не знаю, единичная или не единичная, но потрясающая. Неизменно в новогодних представлениях в сценарии известных сказок вплетается сюжетная линия с Дедом Морозом и Снегурочкой. А появляются перед зрителями они всегда вплавь на санях. Зрители поддерживали артистов на протяжении всего спектакля, а завершился праздник зажжением елки и громкими аплодисментами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.